69 миллиардов рублей на экологию. Столько потратят краевой и федеральный бюджеты, а также промышленные предприятия на улучшение воздуха. Также запланировано строительство железнодорожного кольца вокруг Красноярска. Комплексный план включает в себя 40 страниц. Чиновников мэрии обязали отчитаться за свои соцсети. Госслужащие должны предоставить ссылки на свои страницы для проверки в управлении кадровой политики. Срок до апреля. Страницы в социальных сетях должны быть оформлены по специальной форме. Распоряжение появилось на сайте администрации. 9 яиц в упаковке вместо 10. Такие появились в магазинах по всей стране. Покупатели уверены, поставщики экономят, ведь цены на яйца остались прежними. Напомним, например, молоко уже давно поставляют не в литровых бутылках, а в емкостях объемом 935 миллилитров. 10 суток за тонировку. Такое наказание получила девушка, которая фотографировалась на фоне дорогой иномарки на Вантовом мосту. Правда, за фото она заплатит лишь штраф, а срок ей назначил суд за неисполнение предписания ГИБДД о тонировке.